А что с ней не так? Ну что там тяжело? Ну, целей много грохают. Если нету хороших большого группы бобров, то замучимся ее закрывать. Я покажу. На связи, здрасте, всем, кого не видел. Привет. 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 Привет, идем на пикетовку. Надо или на калач, там две цели, корабли и переправа, или на танки. Танки Шторма. Потом уничтожим возле бикетовки. Они в 12.25 приходят и стоят. Их не надо долбить на пути. Выносим бикетовку, чтобы потом нормально танки вынести. То есть решили на бикетовку, да? Откуда, на чем? А может быть калач начать? Там танки... Переправы и корабли стоят. Давай только... сначала тогда корабли уничтожаем, на калаче зену выносим, вторая цель бикетовка. На корабли 500-ки на пешках или 250 хватит? Да их сотками убивают. Тихо, подожди. Так на Иле есть смысл на них идти или лучше пешку взять? Да, и можно на Иле. И на Иле их вырезают, да. И на Иле потом зены на калаче вырезать. Ну зены там, видишь, они ж их несколько пора разбросаны, их надо искать будет, кто не знает. Можно и на истребители порезать. Давай, корабли, да. Корабли с ДШК очень хорошо разбирают всех мимо пролетающих, аккуратно надо быть. Беру Яков, буду вырезать зены на калаче. Угу. Тут, кстати, зены так хитро настроены. Вот пролетаешь и подлетаешь, и если ее не заметил сразу, надо тебе след стрелять, оглядываешься, и все, она замолкает. Вдвоем надо их. Они перезаряжаются. Так, на бикетовку собрались, да? Ну, на калаче. Калач, калач. Корабли и переправу закрыть сразу. А нет. Потом на... Не закроем вот сразу все. Корабли закроем. На калаче зены вырежем, что можно вырежем. И идем на этот. Корабли 12-18, я правильно понял? Да, они возле калача. Нет, они возле калача. Кто на этом? На Досафе. Я. Поэтому на калаче идем, они сейчас эти две цели в одном месте, чтобы потом не идти туда вглубь синей территории за кораблями. Они идут до Логовского. Ох, как непривычно. Все на юг, Лубинский. Корабли. Григорий, тебя ждать? Круг делать? Нет. Я уже фактически взлетел. Ух ты! Кто-то пеху стрелял. Я на пульсе. Я 210 взял, может быть чуть с запада подойдем. Я 194. Я напрямую. Я зены вырезать.
Принял. Так, а градусов тут сколько? Тепло. Летом. Понятно. На пехе кто-нибудь может? А хотя я сейчас сам на карте. Плюс 28. Офигеть. Это жарко, не тепло. Я себе заглянул в карту. Чуть за грибами не сходил. Эта база не рулит? Так, корабли не наблюдаем. Нет, вот вижу, они возле моста стоят. Два, три. Или два маленьких, один большой. На кораблях, кстати, тоже эти зены были, убиваются. Но они убиваются, очень, ну, тяжело, я... ну, опасно. Попробуй попади. Они попадаются. Так знать где, лично я не знаю. Смоляй по всему кораблю. Блять, не вижу, где это. Плохо стоит, блять, на горе. Возле дороги. На горе между мостами. Да, там еще машинки спускаются. Так, нашел. Чуть на загрузке завис. Готово, стрелка. Вот, все по тебе собрались, отойди. Отхожу. Возле моста, там дохрена их. Да, да, да. Стрелку вижу, откуда палит. Буду туда заходить. Я захожу, но стреляю еще. Я уже. Сам мост не надо обрушать? Надо. Готово? Нет, это высотка. Ну где долго? Так, с корабля это что мне бьет? Нет, на этом. На калаче. Так, захожу возле моста. Там где-то был. Да, вообще-то есть пакет. Орудийный расчет. Готово. Вася, орудийный расчет. Ты вообще смотришь как тут карту? С другой стороны моста две зены. Вот не видишь эти домики? Все, вижу, захожу на зены, крупнокалиберные. Это у кого-то стрелок на или женский голос? Если на Эле, лучше на корабли заходи. Захожу на вторую. А у второго моста зену взял? Взял вроде как. Да, уничтожил.
где-то высотка бьет. Она подо мной, вот возле второго моста целого. Ну я знаю, там тут корабли. На, со стороны кораблей заходить. Захожу. Все, отстаем. Тебе там шарах. Короче, молча. Остались только корабли, похоже, надо корабли вылезать. Так, они там уничтожили. Южнее корабли стоят. Ух ты. Их южнее корабли стоят. Зена. Где? Да, с корабля. Видишь, крыло сразу. Че, я по своим, что ли, лупанул? Большой корабль работает. А он синячок подошел на 4500. Да, на Бикетовку? Нет, на Калач. А, на Калач, на Калач, а. Ю, зенитный сначала. Внимание, у кого-то 6 там подход. Это та какая? 4. Ага. По всем повозкам. От двух сторон. Каракуда, ты на связи? На связи. Вот тебя идет какая-то постоянная, то ли дети. Лишняя информация. Так, вижу, второй его подошел. Принял. Заходит. Заходил. Красавец. Сразу две бомбы в цель. Одну. Одну. Так, остались мелкие. Ил, зря ты так... Работает какой-то. Все три они работают. Падают за месяц вниз. Да, Кью, который по мосту убил, зачем? Сначала корабли. После атаки по нулям отходите от кораблей, тогда они меньше попадают. И лавлируете так потихоньку вверх-вниз. Право, влево. Йо, красавцы. Но вот те вот два, которые дымят, еще ПВО у них есть. Их надо тоже затопить. Второй готов. Еще один остался. Ближний к мосту, который стрелял только что. Да, он стреляет. Мессер, что у нас там? Мессер убежал на свою территорию. Захожу на корабль. Не дропнули. Нет, там ПВО стоит на нем, мешаться будет. Дымный Ил, отходи домой. Ой. Готово. Я ж говорил, Ил. Так, падение. Я задел винтом. Падение над мостом. Быстрый разгон идет. Вижу. Пошел. Вот они призывают к калачу. Вправо. Это синяк, ПВО наше бьет. Кто на полутора? Выше тебя сейчас.